Магаданская прокуратура проверяет сведения о нарушении прав инвалида первой группы, проживающего на улице, не имеющего места жительства. Информацию о бездомном разослала по социальным сетям женщина, которая обратилась к сотрудникам магазина, возле которого находится мужчина, и выяснила, что они обращались к чиновникам. В итоге инвалид первой группы так и остался ночевать на улице. После публикации и общественного резонанса к нему приехали социальные службы. Выяснилось, что Александр Романов долгое время живет на улице. По словам магаданца, двухэтажный дом, в котором он жил, снесли, а новое жилье он не получил. Теперь вынужден быть бездомным. Мы тут положили поддон, съездили в собачий приют. Хотя бы на поддон положить, потому что вообще на бетоне человек лежит. В настоящее время мужчина в центре социальной адаптации. По распоряжению прокурора региона Олега Сидельникова определят лиц, виновных в нарушении требований законодательства о социальной защите и обеспечении прав граждан с ограниченными возможностями здоровья.